Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Дарикс, но сегодня я здесь почти одна. С вами Дарья, а также Ника Хэй. И это снова влог. Вы могли догадаться по названию. Всем привет! Вот, мы... Ну, сейчас типа выходные. И она... мы идем меня провожать, потому что мне пора ехать в Москву. Да, потому что мы уже все дни прогуляли. И так и не сняли видео, мы плохие. Да, мы собирались снять видео, но у нас ничего не получилось. Это как бы было много времени, но, блин, то камера разрядилась, то было лень уже что-то снимать. И вот в последний момент, когда остается... час до моего, так сказать... уезда. Да, в Москву мы решили все-таки снять. Да. У меня ногти такие странные. Прикол в том, что я такая, вставляю батарейки в камеру, и она не включается. Такая, блин, ну что это такое? Ладно, пошла спросила, в чем дело. Мне сказали, что я их неправильно вставила. Но это же я. Там, я думала, там везде плюс к плюсу. А там, оказывается, были еще и минусики. Смотреть надо вовнутрь камеры. Ну что ты меня там снимаешь? Ну что, не знаю. Нормально так. Кстати, в прошлый раз... влог наш, у нее были красные кончики, а теперь у меня прядь. Штам не видно, мне кажется. Нет. У нее волосы так завились. Это все, это... я не специально это все, занимала. Это все моя кроватка. Она у меня сегодня ночевала. Эта засранка у меня отобрала одеяло. Нет, вначале она легла. Вот так вот, по диагонали. Мне пришлось сидеть. Это было с 12... до часу. Ты сказала с трех. С трех я не спала. Ну простите. Потом это она ты... начала забирать одеяло. Она такая с таким лицом это делала, такая. Ну простите. Ты... Самое главное, я тянула, а она начинала кряхтеть. И не отдавала. Нет, ты понимаешь, в чем дело? И это было с трех до шести. А, потому что мы решили, что теперь я лягу к стенке, потому что. Первый день, когда она приехала, она опять у меня ночевала. Я лежала около края. И все было нормально. Я тоже всю ночь не спала, я об стенку эту билась. Я ударюсь об стену, проснусь. Потом опять ударюсь, проснусь. Зато мне снился, кто нужно было. Молчи только. Да. Так, что люди знают. У нас сколько людей? 7 миллиардов или уже больше, да? Мне кажется, мало ли кто его знает. Мало. Блин, такая тяжелая камера, я прям не могу. Да. Что там? Все, я теперь не знаю, о чем сказала. Я не могу найти нормальный редактор для видео. Так, я снимаю, не помню, что. Сюда теперь. Понимаешь? Я не могу найти редактор для видео. Я ищу. Кстати, возможно, скоро на канале будут игры какие-нибудь. Потому что я нашла эту штуку, которая все-таки снимает экран. Я после долгих поисков я все-таки нашла. Да. Вот. У нас еще лето есть, а оно скоро, так что мы еще наснимем для вас видео. Интересно, только на что? На телефон? Но у меня нет памяти. У меня есть. Ну тогда на тебе на канал. Тебе на канал. У тебя и так нет видео. Потому что мне не нравится, которое я снимаю. Да как? Чего они забились вообще? Я не знаю. Бесстыжие. На самом деле у меня просто волнистые волосы чаще всего. Редко бывают прямые, закрученные. На улице очень хорошая погода. Сколько мы снимаем? А, все нормально. Вот, мы идем по дороге. Там солнце. Да. Вот. Я, блин, с красной краской иду еще. Тебе ничего. Тебе вчера вообще сказали, что у тебя ржавые волосы. Ну, спасибо, мои тети. А нет, они с моими смешиваются, становятся такой. А рыжий прямо. Да. Такой ярко-рыжий. Сколько времени? Меня познаем, мне к 9 надо, нам еще ехать. Может, я до дома провожу. Все равно делать нечего. Ну, как раз с этим встретимся. Через 5 минут будет 9. Да, мы такие идем снимаем.
я снимаю, машина едет. Блин, в 9 утра. Как можно в 9 утра что-то делать? Можно. Ну, блин, во вторник, выходные. Да, это туда. Да, это сразу. Так, ясно. Так, у нас уже дорога. Блин, задолбали. Все время, понимаете? У нас тут дорога, понимаешь? Все время у нас... Когда мы вместе, все время кто-то спрашивает дорогу. Вот. А я еще помню, в том году мы так идем, и тут раз, и на английском спрашивают куда-то. Я такая, блин, что... Ой, извините, я такая, блин, что делать вообще? Я такая, что-то начинаю говорить. Я понимаю, что он говорит, а второй начинает на немецком говорить. Блин, ну там тоже что-то. А потом они раз и на русском. Они говорят, да, мы так просто. Я такая, блин. Надежи таких людей. Вот, можете посмотреть. Вон то здание. Вот это. Да. Вы его увидели. Это элеватор. Для тех, кто не знает, что такое элеватор. Это то здание, где раньше хранили зерно. Вот. А мы живем как бы в двух соседних деревнях. Да, можно так сказать. Угу. Вот. И у ней, там, где она живет, там раньше была хлебопекарня. Но ее снесли, потому что мы живем в России. Сейчас все сносят, сволочи. Нет, ну как бы вот элеватор его забросили, но сейчас обратно восстановили, потому что теперь там вместо зерна хранят щебень. Да. Там, блин, там, наверное, так круто. Да, возможно. Нет, как бы туда нельзя лазить. Это штрафы. Но хотелось. Нет, когда ночь, он такой черный, на него вообще свет не падает. Вообще... Там, наверное, стрёмно ночью находиться. Вот это да. Вообще, это сложно назвать деревней. Это вообще, ну, я живу на станции. Она живет в поселке. Как бы. Ну, потому что... Я моя бабушка. Ну, ты сюда приезжаешь? Смотрите, потому что, вот видите, здесь асфальт. Мы идем по асфальту. Вот это школа. Видите, у нас есть школа. За школой есть детский сад. Так, блин, здесь деревья долбаны. Вот, смотрите, здесь еще есть. Можно постричься. Угу, бизнес процветает везде. Это да. Еще работают чернорабочие. Да, я умею выражаться. Есть канавы. Ой, газ. Газ. Вот, видите, это типа школьная площадка. Вон там мы видим тренажеры. Вот, даже до сюда не дошли. Школа, вон там вот детский садик. Блин, я просто... А мы просто всю вот эту территорию называем школьная. Да. Блин, я тебя немного приблизила. Так, мне кажется... Мне кажется, надо заканчивать. Всем пока. Осталось меня. Подожди. Нет, ты хочешь меня поснимать? Да, я потом закончу. Короче, с вами был канал Дарикс. Ведущая Дарья. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Если вы не подписаны, там внизу да, будет. Что ты делаешь? Не знаю. Там люди. Ну, заканчивай. Так, чтобы вышло следующее видео, надо, чтобы на этом набралось 5 пальцев вверх и 20 просмотров. Все, всем пока.